Анастасия Волочкова и ее новый бойфренд Сережа задумали организовать совместный бизнес. Как оказалось, избранник балерины сам не владеет банным комплексом в Подмосковье, а работает в нем по найму управляющим. И, видимо, судьбоносная встреча со звездой разожгла в нем жажду профессионального и, конечно, финансового роста. Ну а раз опыт в банной индустрии у мужчины богаты, с этими решили связать влюбленные свое предприятие под названием «Волочковские бани». Волочкова настолько сейчас счастлива, что говорит о Сереже каждую минуту. Бывшему бойфренду Володе такое восхищение и не снилось. Хотя во время их отношений казалось, слаще быть не может. Фанаты надеются, что в лице банщика из Подмосковья, который, к слову, сам никогда не парится, танцовщица встретила свою судьбу и, наконец, соберется под венец. А может, приобретет перспективного бизнес-партнера.